«Бизнес-афиша» – это программа для деловых людей, ценящих каждую минуту своего времени. Мы расскажем вам о предстоящих событиях, чтобы вы могли планировать важные дела. «28 февраля в Астане стартует специализированная выставка для индустрии коммерческого транспорта. По мнению организаторов, мероприятие призвано стать региональной площадкой для широкого круга представителей отрасли. Участники выставки получат возможность наглядно продемонстрировать новейшие продукты и технологии представителям автопарков, специалистам транспортных, логистических и дилерских компаний». «15 февраля в Москве пройдет 5-й форум финансовых инноваций «Финнекст-2017». В области финансовых сервисов лежат решения, которые делают бизнес принципиально более эффективным. Именно такие решения будут представлены на форуме, в ходе которого выступят с докладами более 40 спикеров. Участники узнают о последних инновациях лидеров рынка. Основные темы форума – финансовые услуги и сотовые операторы, мобильные приложения, платежные решения». «10 февраля в столичном центре обслуживания предпринимателей фонда «Дому» пройдет круглый стол для бизнесменов, работающих в сфере медицины. В ходе мероприятия будут презентованы программы фонда. Также на встрече будут разъяснены вопросы участия в программах, возможность получения господдержки в форме субсидирования и частичного гарантирования. На вопросы участников встречи ответят представители филиала фонда «Дому». К участию приглашаются бизнесмены, которые осуществляют деятельность в сфере здравоохранения, руководители медицинских центров, частных клиник. Это был анонс событий, которые вы можете запланировать на февраль 2017 года. Телеканал «Хабар-24» желает вам удачи в делах.